Учите стать самым лучшим и самым любимым. Мы друг другу должны доверять. Надо чаще нам всем собираться. Дом учителя — это наш дом, где мы можем друг с другом общаться. Много нового здесь мы ведем. Дом учителя, дом учителя — это дом, дом открытых дверей. В мире знаний и новых событий рады видеть мы наших гостей. Дом учителя, дом учителя — это дом, дом открытых дверей. В мире знаний и новых событий рады видеть мы наших гостей. И осенние долгие зимы, вечера горячий камин. Быть всем вместе нам необходимо. Здесь поймешь ты, что ты не один. Станет наш каждый день непохожим. Здесь он станет немного другим. Мы друг другу всем сердцем поможем. Этот дом станет домом твоим. Дом учителя, дом учителя. Это дом, дом открытых дверей. В мире знаний и новых событий. Рады видеть мы наших гостей. Дом учителя, дом учителя. Это дом, дом открытых дверей. В мире знаний и новых событий. Рады видеть мы наших гостей. О городе моем, как под снегами ждем. Он первую листву, и сколько теплых слов храню в душе о нем, о городе моем, в котором я живу. Здесь после долгих зим так радует весна, а после шумных дней вечерние огни. Люблю смотреть на город, стоя у окна, а за окном бегут, мелькая дни. В Новосибирске, как всегда, то тепло, то холода, от река той чертой. Населила город мой, Новосибирск, он тут и там. Что рассказать еще мне вам? Ведь в остальном все как всегда, но тепло, но холодно. Сказать о городе моем, среди берез, среди рябиновых аллей. Люблю его в снегу, а солнце там и ждет, и в золоте листвы осенних теплых дней. Здесь после долгих зим так радует весна, а после шумных дней вечерний яркий свет. Большие города, огромная страна, он для меня один. Такого больше нет. В Новосибирске, как всегда, то тепло, то холода. От река той чертой разделила город мой. Новосибирск, он тут и там. Что рассказать еще мне вам? Ведь в остальном все как всегда, то тепло, то холодно.
Ah oui, c'est un... Non, on dit un faux... Thank you.